А это узел. К демонстрационному показу каждый из пилотов готовится по-своему. Некоторые как бы проигрывают предстоящий полет на Земле. Такое поведение может показаться стороннему наблюдателю весьма необычным. Сейчас вы видите, как Александр Горнаев, испытатель летно-исследовательского института имени Громова, готовится к полету на МиГ-29. Издалека идем от оператора. Экран. Показайте на что застоит. Выполняйте право на посадочное, посмотрим. Выполняю право посадочное, 12-8. Тест-контроль пошел, норма.
6-25, к себе на связь, какой-нибудь связи. Еще раз на один вылет рассчитываем. Если поторопишься, то опять будет тут. Понял. Шасси закрыл, ёбаный. Нормально, угар сидит. Будет ухо. Отвечает? Запускайте 7.46 давление. 7.46 принял, спасибо, запускаем. Будет тройная. Килограмм. Черт, а тут миска 200 метров. Смотри экран. Семь шестьдесят девять, все укшено с проходом. Разрешил проход. Семь шесть девять, все укшено. Посадка готова. 769, посадку 32 разрешаю, ветер 310 градусов, 6 метров. Понял. Понял.
все упущено, колеса расторможены. Высота опасная.